Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка, очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь товар по акции умножить на 3. Короче, здесь 3 товара. Светодиодная лента, флешка и бокс для жесткого диска. Начнем, давайте, с бокса для жесткого диска. Товар хоть и стоковый, но посылка дошла меньше, чем за 10 дней. Постамат ценял, упакован. Упаковка, правда, никакая. Ну, как обычно, простой полиэтиленовый пакет. Внутри, как я уже говорил, 3 вещи. Светодиодная лента, по всей вероятности, бокс для жесткого диска. И еще должна быть флешка. И флешка на 64 гига упакована в пупырку. И вот такой прозрачный бокс. Еще один пакет. Весь товар по 185 рублей. Так, вот что он из себя представляет. У меня есть жесткий диск от старого ноутбука на 250 гигабайт. Сейчас проверим. Бокс заклеен пленкой. Подойдет как для жестких дисков, так для SSD дисков, твердотелых накопителей, я имею в виду. Так, в комплекте сам бокс и кабель. Да, вроде как USB 3. Синий. И вижу 5 контактов. Открыл бокс и вставляю жесткий диск вот таким вот макаром. Все, диск на месте. Бокс закрываю, подключаю разъем таким вот образом. Разъем вставляю в компьютер. Так, лампочка загорелась, пошло чтение, как вы видите. Ну, сейчас проверим. Диск вроде заработал. Ну вот, сразу же у меня открылось окно. Здесь какая-то папка есть, что-то я сюда уже переносил. Музыка для Ютуба. Ютубовская музыка, короче говоря. Ладно. 231 гигабайт свободно из 232. У меня на компьютере тоже всего лишь 237 гигабайт диск стоит. Жесткий, 88 свободно осталось. Вот поставил только недавно на 1 терабайт SSD диск, флеш-накопитель. Да. Вот здесь и скорость вообще бешеная, 5 гигабит в секунду. Сейчас проверим, как будет работать этот старый диск. Сначала посмотрим его свойства. Занято 1 гигабайт свободно, 231. Но подробности уже смотреть не будем. Сейчас проверим на ошибки. Вот, диск успешно проверен. Windows успешно проверила диск. Ошибки не обнаружены. Проверим на скорость. На объем проверять не будем. Смысла здесь нет никакого. Так, проверим вот таким способом. Так, диск H. Да, диск H. 233 гигабайта. Проверим все. Ну вот, друзья, прошла проверка. Скорость чтения 34,29 мегабит в секунду. И скорость записи 33,29. Внизу это рандомное чтение и запись. Так что туда можно не смотреть. Но, в принципе, неплохо для старого диска. Не пропадать же добру. Пусть будет в работе. Можно сохранять какие-то там различные файлы. Тут же музыку. На видео, например, у меня стоит SSD накопитель на 1 терабайт. Вот там скорость вообще бешеная. Проверял 531 мегабит в секунду. Вот. Ну, для музыки, сохранения других файлов. Те же программы можно сохранять в компьютере. Места-то не хватает, нифига. Такой же объем у меня, 237 гигабайт, как вы видите. И вот этот новый диск, новый старый диск такого же объема. В принципе, брать можно. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Я не помню, какая цена. Если без акции, по акции 185 рублей. На ту цену я не обращал внимания, ну где-то около 500 рублей. Ну, 500 рублей с копейками. Берешь по акции 3 товара. Цена как в фикс-прайсе фиксированная, 185 рублей за штуку. Вот. Короче, оставляю ссылку в описании под видео.
Кому понравилось видео, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Всем доброго, до свидания, удачи вам, пока.